Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, конец сезона у нас будет через 4 дня 12 часов. Ну что, а я на ежедневке. Так, нанесите 20 единиц урона героям Капитаном Огоньком. Заполните все линии зомби, сыграйте 5 зомби, которые стоят не больше 3 мозгов. Понятно. Ну что, пойдем за Огонька играть, за Капитана Огонька. Сложновато мне за него играть. А знаешь, почему сложновато? Потому что я не умею играть за него. Давай посмотрим, что у нас тут есть. Что вообще тут у меня за колоды? А, я, кажется, понял. Ну, я даже не знаю, шансов тут на победу, конечно, маловато. Вот серьезно говорю, маловато. Ну, попробуем. Подожди, а вот это вот зачем мне? Фиг его знает. Хорошо. Давай. Рискну, так сказать, своим здоровьем. И попробуем выиграть. Так, мне даются профессор мозговая атака 42 ранга. Или 45-го он, 45-го. Поехали. Ну, поехали. Что я могу еще сказать? Стоит ли мне вот этого чудика ставить? Непонятно. Наверное, пока никого не буду ставить. Начнем сразу же вот с этого малыша. Это у нас горошина-боксер. С таким фингалом под глазом. Даже не то, что под глазом, на весь глаз фингал. Ну, сам понимаешь, профессор есть профессор. Бомбить будет не по-детски. На заклинашках на своих, как всегда. Интересно. Ну, давай я так сделаю. Что дальше? О как. О как, ребята. Ну что, бомбанем, наверное, вот здесь вот. Ну и вот так вот сделаем. А там посмотрим. Единственное плохо, что у нас нет никакого добора. Он меня заморозил, да? Окей. Заморозка может быть даже и хорошо. Так, 2 и 2. Я сделаю 2, этого поставим сюда. И плюс вот это сделаем. Получается, блин, не хватает. Ишь, не хватает у меня. Он сколько дает? 2 плюс 2 сверху. Давай сделаю так. Вот так вот. Так, посмотрим. Так, ну допустим. Допустим. Что дальше? А дальше у нас есть, да? Что поставить?
Давай я сделаю, например, вот так. Вот так. И вот так. Так, вытягивай две карты. Создает зомбика. О, как. Наносит 2 единицы урона. Так, у меня 12 хп, здесь 16. Сейчас будем смотреть, что он будет делать. Я могу поставить лужайку сюда, в принципе. Что скажешь? Ну и посмотрим. Меняет. Давай, влупляй ему десятку в лицо. Давай, давай, шамань. Что он хочет сделать, а? Я, в принципе, догадываюсь, друзья, что он хочет сделать. Так, 2 и 2. Нормально? Я думаю, что будет нормально. Поехали. Плохо? Сейчас глянем, кто у него там сидит. Ага. Чучело это огородное, ну давай. Так, и превращать, наверное, будет, или как? Очень интересно, ребята, очень интересно. Ну вот это вот нафига мне сейчас в данный момент? Вот зачем он мне нужен? Так, ага, выставляет. Ну, кровожадности же нет у него, по-моему. Но он хочет превратить. Я, в принципе, не удивлен. Вот как он делает. Чего? А, растение наносит бонусную атаку. Но я тут проиграл, ребята. 6 в лицо прилетит в любом случае. И вот этот нас добьет. Вот этот чудик нас добьет. Да. Ну, не получилось. Но зато я ему нанес, как ты видишь, 19 урона. Ну, вот такой вот у нас капитан Огонек. Я еще раз говорю, ребята, за него играть не умею. Если даже мы победим каким-то... Ну, здесь, может быть, сможем победить. Каким-то чудом это будет хорошо. Ну, давай попробуем вот этот вот. Блин, какой вкусный кофе, а? Ребята, сейчас вот видосики не снимаю, потому что очень сильно устаю. И... С работы прихожу, ребята, сплю весь день, а на ночь глядя почему-то просыпаюсь и начинаю сидеть. Вот, например, сейчас выходные, надо бы, по идее, поиграть и в ту, и в это. Я проиграл сегодня в Darksiders Genesis. Так, тихо, тихо, куда ты вылезла? Куда ты, вот спрашивается, вылезла тут, а? Кикимора.
Так, я не знаю, на следующем ходу, может быть, ставить огурец галактический. Что скажешь? Ну, в принципе, как вариант, можно. Давай сделаем так. А там уже посмотрим. Двух случайных упырков поставил. Так, сколько тут дает нам? 4 к атаке, нормально. Так, вылезло, да, чудище болотное. Давай я так вот сделаю. Прекрасно. Угу. Так, ну что, мы можем попытаться прикрыться, в принципе, ребят. Да? Давай, наверное, я так и сделаю. А там посмотрим. Сработает защита или нет? Фиг там. Слушай, если я сюда поставлю до плюс вот этого, это будет, наверное, хорошо. Ты так не считаешь? Сделаем так и... Вот так вот. А там посмотрим. Ну и что, кого, куда ты там будешь выставлять? Так, сюда. И сюда. Ну, 4, да, в лицо достанется. Тут уж не отвертишься. Так, я, наверное, сделаю вот так вот. Переместим сюда. И, наверное, вот сюда. А там посмотрим. Так. Усилил, молодец. Еще усиливай. Погнали. Так, мы ему сейчас, знаешь, сколько урона нанесем? Много. Так, сейчас у него срабатывает защита. Окей. Ты этим чудиком даже не воспользуешься. Можешь не радоваться. Все? Даже так? Ну, поехали. Ну что, паренек, доигрался? Ну, тут хорошо, ребята. Претензий к капитану Огоньку нету. Добротно отыграл, все хорошо. Так, дальше что у нас там? Забираем 10 самоцветов. Заполните все линии зомби, сыграйте 5 зомби, которые стоят не больше 3 мозгов.
Но, в принципе, для этого годится наш маленький ханорик. Годится же? Ну, в прошлый раз мы с тобой пытались, что-то у нас ничего не получилось. Ладно. Тут проще заполнить нам все линии зомби, потому что у него есть пираты. Но до них нужно еще дожить. Так, 47 ранг, зубостезила. На хилах. Слушай, ну в принципе как бы неплохо. Но хотелось бы что-нибудь получше. Угу. Сразу начинается раскачки, да? С разгона. Давай так сделаю. Будет лопать или нет? Нет. Вот тебе хеллоу. Так. Сейчас, ребят, мы этим займемся. Плотничком. Что бы нам здесь сделать? Но... Давай так поставлю. Так уж и быть. О, хорошо как. Так, ну защиту попадет, да? Попадет, ребят. Утягиваю две карты. Пенек у него. Так, спрячем. Пока мись. Поехали. Так. Пока не будем тратить. Прекрасно. Погнали. Бабах! Так, ну что дальше? Смотрим, ребята, смотрим. Да пока все. Не-не-не-не, парень, даже не думай об этом. Ну, конечно, мы уничтожим лучше вот этого. И добор сделаем. Ну и что там сделаешь? Что у него там? Добор есть. А, добор он уже потратил. Вот что он творит. Ну... Дальше-то что там? Здесь чудануть. Ну, если я поставлю так, к примеру. Тап-тарап! Ах ты, жук ты навозный. Ты посмотри, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну кто же знал-то, а? Ну кто же знал? Кто бы мог подумать? Кто? Вот я бы, например, бы даже не додумался, что у него вот этот вот есть. А он у него есть. Запомните все линии зомби. Еще раз пробуем.
Да, как-то не особо хорошо получилось. И видишь, никак не переместить, ничего такого не было. Вот этой карты не было, ребята, чтобы переместить. Так бы все немножко по-другому было бы сыграно. Так, ну что, у нас Бонг Чой. Со своей кукурузой, да? Ой, с этой, будет у него или нет? Будет он сюда ставить? Ты гляди-ка, ничего не стало. Странно. Ну, я пока ничего не буду ставить. Угу. Угу. Иди-ка сюда. Теперь я знаю, чего от него ожидать. Теперь я знаю, чего от него ожидать. Ох, ё-моё, огурец. Ладно, ждем. Ждем, друзья мои, чего только пока не знаю. Бонусную атаку, наверное, сейчас будет делать. Серьезно? Ну, этот чувак нарвался. Этот чувак нарвался. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. Слушай, у него есть, интересно, могила Ед? Вот как ты думаешь? Эх, проверить бы. Ну, давай проверим. Боюсь, что есть. Это не поможет. Ну что, замораживаем этого или... Не, наверное, вот этого. Хотя... Замораживаем вот этого чудилу. Погнали. Теперь сделаем так. И так. Сделать, ребят. Давай туда поставим, так что быть. Ну, допустим. До свидания. Хе-хе, ты не поможет, парень. Призадумался, да? Делать бонусную атаку или нет? Ух ты. Ух ты!
Блин, я боюсь, ребят, что... Давай уже наверняка сделаем тогда. Так вот. А там посмотрим. Я так и думал. Я так и думал, что, ребята, сработает. Ну а что тут чудануть? Ну, я сделаю вот так вот. Ну, допустим. Окей. Так, неуязвимость. Ради бога. Твое, как говорится, дело. Так, переходим дальше. Сработает защита? Два по земле? Бонус на атаку. Ну, наносит бонус на атаку. Окей. Давай сделаем так. И вот так. У него ландшафт есть, интересно? Поменять или нету? Так, это тебе не поможет, парень. А вот это вот. Про это вот ты забыл? Ну что же, забыл. Судя по всему, ребят. Раз отхватил. Но опять же, мы не выполнили с тобой задание. А, в запол... Блин, я даже не заметил, когда я все заполнил, все поля. Так, ну что, давай тогда еще одну партийку сыграем, только за вот этого. Так, посмотрю я, что у нас тут за колода. На пиратиках, да? Тут пиратики, все дела. Мне интересно даже посмотреть, как это будет выглядеть. Очень интересно, поехали. Это, кстати, колода, ребята, я составлял недавно. Играя на планшете, знаешь, как прикольно. Лежишь, планшетик взял себе в руки и рубашишь. Причем я тебе скажу одну вещь. На андроиде, когда ты играешь, да, там глючит все на андроиде. Когда же на айпаде, ребята, никаких, ни одного лага нет вообще. Не подглючнет даже ни разочку. А вот на андроиде, когда на обычном телефоне или это, там, да, там лагает. Что он там делает? Кого он выставляет? А, он берет, по-моему, да? Он берет. Что мы с тобой будем, наверное, добор делать? Наверное, я тоже буду делать добор, друзья. Чтобы удешевить нашего куробойщика. Ну давай, Шеридисф 2. Давайте сделаем добор. Хорошо, очень хорошо, ребят. Так, а дальше что, будем выставлять? Я думаю, будем. Но он может наверняка сейчас либо притянуть, либо какую-нибудь заклинашку применить. Тут одно из двух. Тут одно из двух. Ох ты! Не ожидал, если честно. Давай сделаем так. Ну, у него, наверное, могилоед есть, скорее всего. Даже так. Блин, я даже не успел. Я даже не успел, ребята, воспользоваться им. Что делать?
Давай вот так попробуем. Ну что-то как-то не особо хорошо у меня пошло здесь, будем честны. Я думал, этот хотя бы успеет карту вытащить, а этот его просто откинул и все. Ничего мы вытащить не успели. Кого он отбрасывает? Его? Пш, ну хорошо. Сколько дает плюс один к силе? Один к силе. Ну что, куда будем перемещать? Сюда, наверное? Это будет 3-4? Блин, фигово, ребята. Погнали. Окей. Давай так вот поставим. Так, ну его уничтожим. Или как? Что сделать с ним? Ну, надо бомбить, получается. Или бонусную атаку. Ну и бонусную атаку сделаем. Поехали. Тари-тари-тайс. Пока ничего не буду здесь делать. Ауч. 3, 5, 8 и один в лицо, да? Сейчас еще перетянет, гад. Все, кранты. Не успел. Ну что же ты, разгром. Ну вот эти вот, нафига они нам нужны? Я даже заклинашку, курабучку не успел прокачать. Поехали еще раз. Даже курабучка. Подожди, нет. Лучше мы, знаешь, что сделаем? Сыграем с тобой за... За зубостезилу. Да, на хилах, ребят. Твою налево, блин, рану старую раскорябал на ноге, теперь кровь пошла. Трындец, блин. Ой, ну какое, какое проверить интернет-соединение? Вы что несете-то, чушь-то? Хорош выпендриваться. Давай, все у меня там нормально с интернет-соединением. Ага, на равных. Юрий 1-1-1-1 против Рея Плея. Так, что у нас тут есть? Молоточек, есть бананчик, если что. Вытянуть, о, неплохо. Для начала все очень даже неплохо, ребята, идет. Хомячим. Но я так понял, команда на танцорах у него здесь намечается, судя по всему. То есть готовимся к шляпнику, который бросает шляпу. Ничего я делать не буду. Так, это хорошо, конечно. Но ставить я все равно ничего не буду. Так, у него, наверное, два танцора есть в руке все-таки, да? Угу. Это ты круто придумал, парень. Это ты придумал хорошо. Значит, у тебя обжоры. Я буду знать. И так даже, да? Что-то мне какая-то команда, блин, досталась. Кого на этот раз ты поставишь? Ты смотри, что делает, а? Ну
Ну, я пока, наверное, ничего не буду делать. Так вот и штука. Только если так, пока. На одних гаргантюах, а что ли, будет играть? Так, если я поставлю этого, блин, мы-то хильнемся, но дело в том, что у него сработает защита. У него сработает защита, ребят. Давай-ка я, наверное, его с воды перетащу оттуда. А там посмотрим. Угу. Так. Ну что там у него? Ну это ерунда, ребят. Это терпимо. Пора, да? Все? Так, а этот танцор идет? А этот идет как танцор, что ли? Я же тебе говорил, шляпники будут. С какого перепуга ты, не понял? Пипец. Да, зубостизила, вот так вот мы с тобой сегодня встряли. Поехали отыгрываться. Хватило на шляпника, прикинь. Тут разрабатываешь, блин, стратегию. Он просто берет шляпу тебя и уничтожает. Так, ну что у нас тут? Ты мне дурак, а? Хламон несчастный. Давай его уничтожим, чтобы он тут не бомбил. Не нервировал меня, как говорится. Еще лучше, да? Давай так сделаю. Он делает хорошо. Блин, тугодум, нафига я так сделал? Ё-моё, ребят. У меня же здоровье-то полностью. Ай, лопухнулся одним словом. Сам виноват. Так, 2 и 1, да, получается? Так, давай ставим сюда. Этого переводим сюда. От безвыходности. Да, возьмет карту, я не спорю, ребят. Чего? За ноль? Откуда у него за ноль, блин? Ты не прихренел ли, а? Пацаненок, блин. А, наверное, вот этот вот вытащил. Все, я вспомнил, ребят. Сейчас ландшафт поставит.
Угу. Так, отлично. Банана. Банана. Пам-пам-парам-пам-пам. Что будем делать, ребят? Предлагаю сделать вот так. И отсюда. И вот так. Угу. Держал до последнего, прикинь. Так, он в защиту пробьет. Я надеюсь на это, ребят. Так, но он все равно у нас прокачается сейчас. Так. Прекрасно. Пока придержим. Так, а вот здесь бананчик у нас сейчас. Банана. Ну, это мукранты. Так, вылезла пугало. Хм. Так, ну что, ребята, давай, наверное, этого чудилу уничтожаем. Это раз. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. Что бы можно было нам здесь сделать? Вот так вот бомбанем. И вот так вот сделаем. А там уже посмотрим. Ну, допустим. Что там еще? Ну, это тоже у нас шаманство. Этот пробьет блок, так что, ребят, тут то, что карту мы берем, да, я не спорю. Что, там двух партизанов своих будет вызывать? Ммм, какая хорошая, ребята, выпала карта нам. Это бомбит все, бомбит. Но это меня не пугает. Нисколечко вообще. Сделаю так, наверное, и... Все, он сдался. Он сдался. Ну и прекрасно, ребят. Зубоседила отыгралась. Ну давай еще партийку. Уговорил, уговорил, хорошо, хорошо. Давай еще одну. 8 часов 50 утра. Рэй играет в Арсения против зомби-героя. Вместо того, чтобы спать. Ложиться, блин. Так, ну вот это я уберу пока. И это тоже берем. И опять мне достается Мастер Мэджик 56. Мастер Мэджик, ё-моё. Как-то ты не в тему, пацан. Совсем не в тему. Неужели на пиратах? Ой, ребята, скорее всего, на пиратах. Если сейчас надгробие будет, то на пиратах. Ну, ты знаешь, это меня тоже почему-то не утешает. Он же прокачивает. Ну, видишь, вот, ребята, если не идет рука, я ничего сделать не могу. Ну, не идет, ну что это выпало мне? Ну, сам видишь. Теперь он в надгробии, да? Давай сделай вот так вот. Блин, сейчас влетит в лицо же. Допустим, так. И вот так. А там посмотрим. Прочерк. Ну что получается?
5 гарантированно в харю, да, мы получим? Неприятно, конечно. А кому приятно? Так, ну что же. Ну что? Что залагало там, ё-моё? Да хорош! Пипец, лагануло что-то все. Сделаем так и сделаем вот так. Там посмотрим. Блин, ой, прилетит-то нам сейчас. Не слабо, я тебе скажу. Не очень хорошо. Так, ну что? Предлагаю сделать следующим, ребята. Блин, фигня. Ну, давай. Так, и вот так. А другого варианта я не вижу. О, как, ё-моё. Вот так вот он делает. Там опять это чурло, да? Ну, поехали. А там посмотрим уже, кто у него. Ну, я так и думал. Нафиг в топку. В топку. В топку. Достал, да? Проверим. Прав я или не прав. Так в лицо получим. Пират. Ай-яй-яй-яй-яй. 2, 3. И тут 4, 7. Все, ребят. Блин, надо было... Ну, я же не знал, кто у него там в этом в надгробии. Конечно, вот эту бы выгоднее было бы уничтожать. А там, видишь, кто оказался? Левак. Там у нас оказался левак. Мне все ниже, ниже дают ранги. 24-й уже. Да куда? Ну, столько помидоров-то, ёп... Я офигею, ребят. Ну вот это что? Вот это вот что такое? Два ландшафта? Пипец. Как я здесь буду играть? Не знаю, ребят. Так, берет дополнительную энергию. У него уже преимущество, да, передо мной? Ну что, наверное, призов у него есть. Наверное. Давай я так попробую. И призов, да? А, заморозка у него.
Ну что, этот ландшафт менять надо. Тут однозначно. Ну, я даже не знаю, ребят. Давай сделаем так. И вот так. Там посмотрим. Хорошая карта. Я даже сказал, вообще отличная выпала. Но опять же, у нее, ребят, все равно пока идет преимущество. Я знаю, что ему огурец не дает покоя. Так, король. Чтоб было ему неповадно. Отлично. Мы сейчас можем что-то сделать. Еще король. Еще, ребята, выпал король. Слушай, он лучше собирается прокачивать, что ли? Давай сделаю так. Сейчас у него будет перемещение или что, или кровожадность. Я не знаю, что у него там, наверное, перемещение. Перемещать будет сюда. Угу. Так, вылупляем. Бананчик нам выпадает, ребят. Соответственно, мы можем перетянуть. Так, иди-ка сюда, родной. Что еще? Ну, давай так сделаем, фиксим. Так, с этого чудика, наверное, вот сюда поставим. Пускай стоит там. О, уничтожает. Отлично, ребят. Да как ты меня заколебался своей. Ну, кровожадность, да, лепи кровожадность свою. Все на этом, да? Сундук. Так, ну что нам сделать? Можно, в принципе, сейчас. Мы можем сделать вот так. Это раз. Ну и, наверное, вот так. А там посмотрим. Оставь ты свою там кровожадность. На одной кровожадности ты далеко, парень, не уедешь. Все? Ну, все тогда получается. Так, 6-5 в лицо. Тут мы тут заберем с тобой карту. Отличная выпала штука. Эх, что нам сделать, ребят? Давай, наверное, сделаем так. Плюс вот так. И пока все.
Что-то Флетч задумался. О как! О как, друзья мои, смотри. Ого. Да. Погибнет. Так, сейчас мы... Два. Так, ну этого уничтожаем, да, получается? Так, что нам сделать? Мы можем... Так, заморозку. Так, ну понятно, этого убираем отсюда. Чёртовой бабушки. Дальше. Блин, лишь бы не обделаться, ребят. Сделаем так. Как бы лучше-то сделать-то? Как бы лучше сделать? Ага, вон у него что, оказывается, там было. Блин, у него еще 5 энергии, ребята, есть. Еще 5 энергии. Блин, неужели мы опять тут обделались, а? 7 в лицо как-то не очень приятно получить. А этот хиляться не будет, потому что, ребята, он в защите здесь стоит. Хилку мы не получим. Ну, что ты там, давай, не нервируй. Этот у нас пробивным делает, да? 2 в лицо. Ну, в принципе, ребят, должно сработать. Ему 2 единицы урона надо нанести всего лишь. Он отключился. Ну тут, видишь, 2 единицы в лицо, и вот этот вот остается. Опять же, если бы он сюда какую-нибудь заклинашку бы поставил, он бы мог вырубить, ребят, с полтычка, в принципе. Ничего бы его не удержало. Ну что, друзья, вот такие вот у нас поединки были сегодня. Конечно, по полной программе и наполучал, но, слава богу, достойный отпор мы дали. Ух, сколько здесь у нас. Ахмед, Звездный Лис. Наразеокуратно. Чего? Наразеокуратно. Странный. Я русский чел. Красавчики, красавчики. Уже у меня кто-то здесь из моих, смотри, я русский чел. Уже в высшую лигу. Звездный Лис, высшая. Магуанайка. Тоже высшая лига. Молодцы, красавчики, ребята. А я вот, видишь... Что это такое? Нет, какую удалять? Не надо. Не надо никого удалять. Ну что, дорогие друзья, на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.